Всем приветики, с вами Владимир Вольский. Начинаем новую серию про поездку на одесскую дачу. Так сказать, дача, конечно, не в Одессе находится, а под Одессой, но посмотрим, как живут простые люди и что вообще происходит в дачных коллективах массивов. Не в том, что у нас, а в другом. Интересно, как там все обустроено. Собрались с ребятами и погрузились в такую машину на несколько человек. Получается, так даже нам стало удобнее ехать. И вот смотрите, кто у нас в компании. Ну, смотрите, какая у нас компания. Давай, все кипает по кругу. 6 человек в машине такие, да. Всем привет. Проезжаем мы это самое. Проехали блокпосты. На самом деле повестки оказалось, что не вручают. Кому просто интересно, как это происходит. В воскресенье мы едем. 20... Какое сегодня число? Помните? 26.06.2022. Повестки не вручают. Вот, так что и на свою дачу мы тоже планируем съездить. Раз мы проехали несколько блокпостов, только необходимо показать паспорт. И то это самое, все это так. Без строгого режима, я бы так сказал, показывания даже паспорта. Опускаете стекло в машине и немножко паспорт показали, и все замечательно. Я знаю, где бомбежку пережидать. Колодец, смотрите. Колодец, да, залезу. Да, здесь колодец есть. Итак, мы попали на дачу в Одесской области. Давайте посмотрим, что же происходит на даче, как вообще все устроено у людей. Ну вот, смотрите, здесь входной тамбур, есть даже холодильник, смотрите, большой двухкамерный, кстати. Занавесочки, все как полагается, стол, на котором тоже вот посуда, все, видите, все как полагается, ведерочка для колодца. Красиво умывальник сделан, каким-то образом туда попадает вода. Вот с компрессора, это насос стоит, смотрите, видите, насос качает воду, вот труба, видите, как все по-человечески. Душевая кабинка, на даче есть у людей унитаз, вот видите. К душу есть бойлер, очевидно. А здесь большая комната, в которой типа как зал. Есть телевизор, приставка Sega Mega Drive 2, наконец-то. В оригинальной коробке. Интересно же, да? Вот. Стол для застолья, даже целых два. И подъем на следующий этаж, между прочим. Потом посмотрим, что там. Может быть, там что-то этакое. И еще у нас есть комната тоже внизу. Это печь, смотрите, вот здесь прямо вот сделано. Ну, там, не вот. Знаю, там, по-моему, этот дымок заселился и печь не работает. Ну, ладно. Сегодня мы не будем жечь. И вот здесь, смотрите, спальная комната. Здесь, видите, есть раскладной, не знаю, кровать раскладная. Дуечка вот такая вот. Ковры. И вот еще одна кровать. Смотрите, видите, все аккуратно поклеено обоями. Белый потолок, все как полагается, занавесочки. Никакой пыли, все идеальная чистота. Вот очень, очень приятно. Вот, мы бы на своей даче тоже с удовольствием такую штуку организовали. Идеальную чистоту. Но еще не успеем туда ехать. Может быть, следующее видео доедем. И посмотрим, что же происходит на участке. Вот колодец, кстати, смотрите, как интересно оформлен. Вот так. О, видите? Есть вишенки, черешенки. Что еще тут интересного? Вот, можно заехать на машине. Участок небольшой, это как стандартный участок по размеру. Не двойной, у нас двойной, а здесь одинарный. Вот, на нем ничего не растет уже, вот Муслим. В смысле ничего не растет? Начал находить. Вот. Червивая просто. Но вкусные абрикосы, да, редкость. Но червивая. Ничего не растет, на самом деле, видите, полностью заброшка, по сути. Никто ничего не высаживает, не ухаживает. Но какие деревья были, вот такие уже, по сути, и остались, как бы. Начали вот какие-то подсыхать, там где-то грибок уже пошел. Вот тоже, если взять абрикоску, вот видите, уже что-то на стволе, что-то растет такое, какие-то грибковые заболевания. Абрикоска не очень большая, но вот, но она есть. Видите, вот такие вот мелкие совсем. Может, они потом вырастут, эти абрикоски пропердовски. Вот. И здесь еще такой сарайчик небольшой. Есть чертополох, если кто-то любит, ну, фанатеет по чертополоху, вот, пожалуйста, можно собрать и колоться им, чертополохом. Вот, собственно, участок небольшой, и на нем никто ничего не садит. Потому что, в принципе, как правило, можно все купить уже в магазине и не вспахивать землю, тем более на таком большом, вернее, участке небольшом, тоже картошку садить, что ли, тоже не ясно сильно. Это хрень какая-то выбросит. Фисташка? Видимо, вот это. Так а что, что это? Она уже обсохла, и косточки остались. Но я ошибся, я расколол косточки, и невкусно. Точнее, брат. Так... Непонятно, что это. Это не миндаль. Ну, вот так похоже, я же говорю. И ты не знаешь точно. Вообще похож на миндаль? Ну, какой-то хрень. Я еще думал, финики, может. Не, финики, ты точно не тот вариант. Вот. И обычно там... Ты ошибся километров. На эту стену выводили вообще. Там замок. На пару тысяч. Вот, на этой стене проектор. Кого? Да, двери туалета. А, дверь от туалета, она прикладывается к туалету. Есть туалет во дворе старый, и дома есть, не знаю, дома, кстати, работает туалет? Ну да. Ну вот старый вот такой был. Поэтому здесь не так страшно, то, что ветер здесь испоганил. Вот, здесь продувает все, но вот старенький вот такой, с этого начиналось. Потом ребята сделали себе туалет нормальный. Видите, как интересно все. Есть пластиковые стулья, мы все можем почувствовать. Это самое, прямо как в Индии, Вьетнаме, Таиланде. Вот. И настоящий пластиковый стол, кстати, очень удобно для дачи. Легенький. Вот. Как конструктор разбирается, собирается. И еще есть пластиковая подставка для зонтика. С водой, видимо. И зонтик. Так что мы устраиваем себе это самое, отличную посиделку такое. Ой, какой красивый, смотри, какой цвет. О! Видали, какой зонт? Ну, почти. Хватит еду, раз. Сразу на стол. Да. О, Муслим придумал. Шоу! Только тень не будет не там делать, ну да ладно. Все, не надо. Ну да. Нет, она преобразилась. О, ну да, нашла свое место. Он еще, да. Ну, с другой стороны, если не найдем палочку, то это будет единственный вариант. Ну, он, но бессмысленный. Но бессмысленный. Да он даже больше будет. Чем ближе к солнцу, тем больше тень. Его вообще на столб лучше. Если не сможешь. Какой столб еще упал. Решили в другое место перевесить, и будет уже немножко тень какая-то. Ну что, Муслим, хорошо там? Отлично. Ну, вот что. Теперь это двинемся сюда. Теперь да. Тень есть для одного стула. Анна, что у нас будет из еды? Я забыла, как называется. Ну давай, кабачки. Было по зожу, за час до обычного, за час полтора до приема еды, может сладкое. Синенькие. Синенькие. Ты меня снимаешь некрасиво. Что еще будет? Снимай меня красиво, как топ-модель Виктории Секрет. Что еще будет? Синенькие будет. Грибочки мы взяли. Грибочки. Что еще? Что еще? Огурчики, помидорчики и лучок мы взяли. Стрел с луком. Все, у нас есть кофе. Наш, давай кофе попьем. Тут еще магазин есть рядом. Можем и вину запарить. Ну хорошо, начинаем. Да? Не знаю, здесь есть, нету, чтобы мангал зажечь. Так у нас есть методы, палочки. Ну все, будет здоров вонять. Звук хороший. Ну все, теперь точно можно кушать. Все, можно кушать. Палочки зажжены, чаша пропела поющая. Все, зеленый свет. Начинаем с завтрака. Вот завтрак, вот такой вот. Помидорки, собственно, и лук, чтобы не было заразы никакой, и огурчик. И все это запиваю кофе с молоком. И отправляемся после всего этого на прогулку, посмотреть окрестности, так сказать, окинуть взглядом владение. Местным домовым. Муслим готовит кофе, видите, немножко белого порошка. Получается какао белого цвета. Немножко кофе, и все. Вот оно. И утро, хороший заряд для хорошего утра. Можно до самого вечера чувствовать себя, ничего не есть и чувствовать себя полным энергии. Всем советую, да. Ну что же, мы с Муслимом и с ребятами выбрались пройтись, осмотреть владение. И вот добрались до края этого дачного массива. И здесь открывается шикарнейший вид на Хаджибейский лиман. Вот так вот, смотрите, вот этот Хаджибейский лиман. Слева находится, но вам, конечно же, на GoPro не видно, трасса Е95 через мост. И как раз очень удобно, там рынок «Чайка». Если у вас, например, есть надувная лодка или какой-нибудь водный скутер, то можно переправляться отсюда на большой рынок. И там вот с той стороны лимана, где мы делали маевку, вот там можно покупать всякую рыбку и так далее. Потом ехать на скутере сюда или на лодке грести. Ты будто бы сам наловил. Да, получится. Можно сказать, что... На рыбалку. И завялил сразу. А пьяный чё? Рыбалка? Правильно. А чё дня недели не было? Ну, тоже такое. Потому что течение было не в ту сторону, ветер. Тяжело. Пошла. Шли мы по полю и, смотрите, нашли кабачок. Опаньки. И он растет посреди ничего. Вот так вот. Или всего. Посреди всего. Вот. Просто кабачок. Это удивительно. Его никто не съел. Но он еще не готов. Может, потом кто-то будет идти, хоп, ну, и съест. Кто-то будет идти, там, человек 5-6. Прямо сырым. Ну, я могу, да, я люблю. Вот Муслим, а на фоне Муслима ливень в Одессе. Вот там между двумя этими горами, вот там Одесса, вот. Что бы это значило? Может быть, Муслим вызывает дождь? Или он вестник грозы? Да, я когда приезжаю на дачу, всегда в Одессе идет дождь. Вот такой вот фетиш. И мы внезапно дошли до спуска на лиман. Здесь оказалось, что более-менее даже организован подъезд. То мало кто мог даже это представить. И даже есть подход. Видите, грунтовая дорога под деревьями из дикой оливки, маслинки. Вот они. Они благоухают, когда их солнце распаривает, вот этого дерева, очень хорошо. Даже сейчас немножко чувствуется вот аромат. А там еще и груши. Вот груши. Их никто не ест. И большие. Они еще, наверное, не готовы. И вот смотрите, как прямо с дач. Столик есть, там можно посидеть, тоже поиграть. Да, серьезно, там стол и стулья, табуретки есть. И теперь мы доходим прямо вот до огромной парковки. Сейчас машин нет, потому что, знаете ли, не все рискуют через блокпосты ездить, пока это такое. Только кто знает, для избранных. И вот здесь прямо выход к воде, и он такой цивильный, потому что мы думали, что лиман будет совсем такой дикий, типа с камышами. А здесь оказалось, смотрите, что коров не выгуливают, и даже есть спуск в воду. Смотрите, как интересно. Но вода мутная, конечно, но сама вот идея, видите, как приятно. Анна? Соленая. Не, она, кстати, да. Вода теплее, горячая. Да, в лимане вот оказалось. Ну не сильно. Не, она не горячая. Да. Нет. Мы вчера в море купались вечером. Она не горячая, тебе говорят. Там Муслим. Нас... Вот зайди. Почти такая же самая. Ну, на 1 градус теплее. Такая же самая. Но я буду точно мыть. Мыть уже. О, короче, оказалось, что китайцы с Алиэкспресс подарили вот такие замечательные тапки. Так что мы по самому... высшему писку моды я подготовился для купания на лимане. И в тапках совсем другой фасон. Я специально взял шорты, я не был уверен, что здесь можно купаться, но когда увидел этот благословенный просто спуск, я понял, что это судьба. Вот. Но, как видите, впервые я купаюсь в этом лимане вот так вот, с подготовленными, с тапочками. Но вид хороший, со стороны Одессы гроза надвигается. Я пока гроза не залила, все, хочу очень сильно искупаться. Вот. Камера в боксе и даже посмотрим, что происходит на днище здесь, собственно. Давайте погрузимся сразу же. Свой сон не жалко, знаешь, сегодня будет жарко. Меня уже ждут бутерброды и чай. Вот он я, новый день встречай. Одеваю майку, бриджи и кеды. Я уже готов к первым дням лета. Бескрайнее море, девчонки, кураж. И мы с друзьями. Вам-то, конечно, не видно, но утки там есть. Вообще целая стая уток. Стадо, вот, можно даже сказать. Вот есть, вот прям их не будет видно, но поверьте. Но они там есть. Прям кишит все. Будущее будет... Что не слышно, подожди. Это будет будущая подстилка под, например, посуду, допустим, даже. Можно на стол. Или сделать забор, или домик, да, хижа. Сам камыш, он похож на бамбук. Это такой украинский бамбук, можно сказать. Когда он высыхает, вот эти листья падают, он прям как тоненький такой бамбук. Его можно сплетать в разные изделия, в общем, вот. Изделивать изделия. Вот такие пирожки. Водичка оказалась замечательной, теплой. Чудесное место, как видели, и поныряли, и покупались. Вот, очень хорошая вода, теплее, чем в море. И самое, что интересно, это прямо вот возле этих дачного массива. Можно пешком пройтись, там 5 минуточек. И все, и вот вы в воде, утки плавают, ребята в восторге, тростник рвется. Можно, то есть, из него делать эко-поселение, эко-мебель из тростника. Все, что хотите, можно сделать, потому что лиман, вот он будет тот самый. Вот и Анна тоже. И лиман радует сегодня. Смотри. Я подумал... Ого! Вот видите, чем можно заниматься. Муслим, как тебе вода? Ну, отличнее. Вода хорошая, просто назад возвращаться все-таки босиком, наверное, будет стрёмно. Вот тут все-таки чигири есть. Но вообще этот хороший локейшн. Мне понравилось. Туда же можно вот взять... Вот этот топчанчик такой, все это по-стариковски, ноги в воду. Хорошее каменистое дно вот это здесь, и как раз да, топчанчик не будет проваливаться. Не, вообще тут хорошо, да, и тепленько вполне можно. Такое даже полу, чтобы вот так сесть там сзади, такая сидушечка. И вот так вот, и по-стариковски вообще отдыхать. Вот Майами украинская. Смачивать. Нашли соль, соль прям, Муслим первый ее дегустирует. Один в один. Сладкая. И сразу же растет это вот соленая. Вот. Солончак. Ага. И вот солончак растет. Соленая трава. Соленого никогда еще не ел, такого свежего и соленого. Свежий и соленый, вот можно прямо вот тут. Ну чисто соль, ну вот настоящая же соль. Даже можно не покупать, в Одессе много соли. Ты видишь, ну вон почти чисто. А говорят, у нас дефицит соли, цены растут. Вот где можно добывать ее. Прямо здесь. Мы разбогатеем. Блин, вот. И кристаллы такие. Да, вообще. Крупные такие. Видно, как будто росли. Высокое качество. Лучше соль в Одессе. Большая проба. Не, ну вот это соль, добрая. Так что набирай солончак, ты же хотел соль. А как так? Солончак растет на соли сразу. Может, он солью и питается? Ну, он соль типа выбирает, поэтому он соленый. Дома можно выращивать. Есть это будет. Кого это? Не дотвигай. Ну да, это фон не везде идет. Да, да. Если больше нечем. Это перебивка, музыкальная вставка. Ну что, Шурка, так приятно. Вот и Анна наш, смотрите, какой вид шикарный в обратную сторону. Видите, люди живут прямо на берегу лимана практически. Даже Муслим вот замер. Смотрите, в прошлый раз был Муслим на камере, был бы вообще, сейчас Анны нету. Вот, уже разведнелась, гроза погремела и все. Надеюсь, пока что хорошо. Вот, смотрите, кто-то построил замок. А если вот это охра написать, приколи жизнь, тогда пойдет какая. Идемте на Дерибасовскую, так, сделаем. Идем, на Дерибасовскую не пойти, это блин. Это будет полезно для блога. Казалось, что есть улица и для Дерибасовская. Сейчас здесь покажем. Дерибасовская, охр. Смотрите, улица Дерибасовская неожиданно. Падал в зарослях. А, видно вам, я надеюсь. Вот она есть тут. И вход, въезд на Дерибасовскую. Вот. Пешеходная зона. Вот, видите, здесь уникально есть свой шлагбаум, чтобы заехать на Дерибасовскую. И сразу уже изобилие фруктов, вот можно полакомиться дарами природы. Прямо вот сразу понятно, что Дерибасовская даже еду раздает. Муслим уже сразу собирает. Смотрите, какая спелая. Вот, видите? Прямо шик. Покажи, Муслим. Посмотрите. А ну, скушай какой-то. Красота. О, косточки не ешь. Косточку не ел. Блин. Говорят, что их надо есть. Врут. Не, я не буду. Чё? Ну, потому что не мыто. Так я помыл, ты что, она мыта? Она упала уже мыта. А ну, она собирала. Видишь? Да. Теперь эта семья будет сыта. Добыла. Сегодняшний день. Пока ходили, видите, зонты улетели. Вот туда вот, в бок. Что-то, короче, не то самое. С мангалом пошло не так, и он немножко покорчился. Не, ну он примерно такой был, когда мы пришли. Просто Валентин вернул структуру назад. Так он расструктурировал. Это в наше представление, мы его не понимаем. Вот он как бы немножко не стоит просто. А он таким хочет быть по жизни, мангал этот. А сам мангал ровный, сама корпус его окружной. А тот, что на дне лежит лист, он большой, из-за этого мангал его не может осилить. Да, если лист чуть-чуть подвернуть, то он сам ровно станет. Не, ну это уже мелочь. По-моему, теперь стало, конечно же, никак все равно. Конечно, тоже все структурировалось. Давайте вкопаем его просто тогда. Может... Валентин, не трогай, я прошу. Но вы мне не доверяете. Ну, что-то совсем ему плохо стало. Надо было дома все приготовить. Надо разные методы эксперимента. Сейчас попробуем. А, кстати, сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, смотрите. Была хромая, стала прямая. Кособокий и хромой. Конечно. В общем, кто кого? Валентина или мангал? Сейчас. Ой-ой-ой. Да, вот, о, ну все, начали расщелкиваться уже ушки. Да. Ну, все. Будьте осторожны, там же ржавчина. Я убегаю. Уезжай, укрывай. Ну я так поделаю, поставь туда вторую ногу тоже. Очень хорошо. Сижу вот это вот так вот, такой себе сделал импровизированный шезлонг из табуретки и стула вот так вот. А Муслим и Валентин там делают мангал, конечно же, видите, они его гнут. Анна тоже помогает, переживает очень. И вот видите, у нас здесь такой театр, и мы наблюдаем за мангалом. Вот у нас такие самые первые места у нас. Первый ряд. Амфитеатр. Все, 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 все. Если топорище отлетит, то мы бы зафиксировали. Ну что, не трогай, не трогай, я тебя прошу. Это книга, мужик с топором, по-моему, Кочергин, автор. О, теперь днище установлено, и все, оно уже не прорвется никуда. Опача. Ну все, ну. Он когда вкопанный, он так хорошо закреплен, что даже непонятно. Красавец. Главное, чтобы он не расщелкнулся. Красавец мужчина, видишь, как из тряпки сделать мужчина. Это сейчас такая жесть продается, он, видите, она не толстая и деформация от нагрева. Это профдеформация. Точно. Работа эти, даже мангалы скукоживаются. Не то, что кони. А кони вообще их просто... Давай, с одной спички, причем такой королевской. Покажи, как здесь все заполыхает. Ну и все. Осталось только подкидывать дровишки. А, кстати, нужно было заранее большие наготовить для... Да, для... все будет нормально. Этих углей не будет. Что там по безопасности? Муслим, найди толстые на угли, потому что от этого угля не будет. Да, нормально все. Ну, мы сейчас по чуть-чуть, оно же, это процесс. Я называю поединок на шпажках. Шпажки? Ну, это как раз. Партию. А можно сверху? Ну, с другой стороны, чтобы это, пацаны, как... Поддержали что-то вот это вот, прокрутили, чтобы сбылась мечта. Его вот так вот, хоп, бочочком хоп, чтобы больше держал. Будь осторожен. Очень осторожен, максимально осторожен. Ну это прям будет совсем странно, он пополам рэпнет. Ну да, вообще. Чем-то тогда, опа. Ай, ай, ай. Пока хватит. Ну, ткнул себе эти. Ай-яй-яй-яй. Ну, красиво же. Да. Красиво. Шашлык. Машлык. Шашлык, машлык. Вы подвиньте даже на серединочку. Так зачем? Я буду вот так, сдалека. Ты представляешь? Да, класс. Тогда ее можно будет положить, а так можно... Такие мы грибочки взяли. О, на рынке сейчас нынче шампиньоны 55 выходят за кг. Вот это большие. Аня их замариновала, что я взял их в руках. Вот с перчиком. Такие, видите, и такие можно порезать. Вот Анна порезала их, вот. Вот так вот. Крупняк такой. Но не супер большие брали. Вот, и тут еще, смотрите, кабачки у нас есть. И тут еще есть у нас баклажанчики. Баклажанчики 90 гривен килограмм. Чесночок там, а кабачки не помню сколько. Вот, так что сейчас дешевле кушать мясо, чем это самое. А болгарский перец вообще 160-130, мы его даже не брали. Вот такие пешки. Вот она как приходит, это самое. Старость. Когда вы сидите на пластиковом стульчике, закидываете ножки на второй пластиковый стульчик. Ну вот так вот. Ну и все. Но они приготовятся не скоро. Ну, для этого можно потом их вниз опустить и положить вот так вот. Но для фото. Или 5 минут посидеть, чтобы вот эта благость набралась. Или вот так вот красиво. Здесь для фото есть, поехали домой доделывать, да? Фотошопить. Нет, но его можно просто вот так поставить. Вот. И все, и тогда не нужно будет время тратить. Сейчас его, конечно, стоять крутить тоже такая. Пусть запекается. Ну красиво же, красиво. Сейчас, правда, здесь немножко полыхнет. Вот и я, сидеть мы тут особо. Да. Опасно. Ну вот это большое слишком. А сильно к шампуру так вот. Может, вы на вечер оставьте? Да, это большое, это не надо сейчас точно. Реально, даже на превьюшку такую какая-то. Что большое? Я вообще думаю не об этом конкретно. Продезинфицировали сетку, прогрели ее, и теперь Анна раскладывает синенькие кабачочки. Все это. Видишь, сейчас пойдет шампиньон королевский. И все, и будет у нас вот такой формат. Там полени немножко будут гореть, и сеточка сейчас будем ее снимать, одевать, снимать, одевать. Короче, по-королевски через часика-полтора мы поедим. Не, вообще это тебе кажется. Точно на 1,5 часа не будет. Ты мариновала шампиньоны или кто там? Да. Аня? Да. Я просто хотела, ну, в чистом виде попробовать. Но они, наверное, не сильно маринованы или сильно? Ну, соевый соус, масло и перец. А, ну, для меня, в принципе, ничего смертельного, но я все же возьму, попробую. Ну, давай попробуй какую-нибудь, тебе смотри. Понравилось. Ну, дай мне. Подожди, еще ты кусочек. Так бери больше. Не, не хочу больше, вдруг я умру. Ты, видя, перевел продукт. Я сейчас что-то, вода езжу. Что же? Да возьми другой кусочек. Ты что? Пожарим. Он сбрасывается ими, не давайте им больше. Да, Муслим. Ну, туалет тут есть, если что. Ну, все, Владимир. Ну, вообще, шампиньоны их в Лас-Вегасе продают салат. Да, с сырыми шампиньонами. Не только, мы, по-моему, в Львове тоже нам подавали. Ну, вот Лондоне и Париже. Может, они маринованные или за то, что они королевские? Это я их так назвал. Все просто Не, ну они большие просто. Поэтому... Там был один прям вот такой большой, но я побоялся его брать. Ну да, мы решили. И что, Муслим? Ну попробуй, ну блин. Ну таких едят сырые, типа. Ну так и все, а что? Контента нет, но вкусный, вкусный, реально вкусный гриб. Маринованный вкуснее, я думаю, чем не маринованный. Ну ладно. Так, гриб. Попробуй, они нормально вкусные, как ни странно. Слушай, мне понравились больше, чем я думал. Ну не надо, ну не парьте, вон там есть плодоножку, возьми. Хватит уже? Нет, это хуже. Он такой, больше. Землистый? Не, он типа пористый, как губка. Он безвкусный. Вот именно, а если бы нормально поел, то сейчас бы не тянул грибы бы сырые в рот. Нет, это что-то невкусные. Ты что, мороженое, это ж уже праны нету, праны, а прана где? Итак, смотрите, немножко после игр всяческих, словесных развлечений получилось вот такое. Видите, как оно прожарилось? Ну, я думаю, что не больше минут 40. Особенно вот этот грибок. Давай, Муслим, хватай грибок. Ну, баклажанчик иссох. Это белый гриб или шампиньон? Шампиньон. Белый гриб это не в нашей реальности будет. Почерти. Не во время войны в Украине. Хотя первое время чего? Ну просто такие большие похожи. Давай, снимай пробу. Благодаря веганская вселенная и Кришна веганская. А вы мне, пожалуйста, еще тарелочку? Да, нам. Я хочу себе свою проверить, насколько я смог делать сам. Если получится. Ты ничего не делал. Ты сидела рядом. Ну. Я ее крутил. И что? Сварилась? Чуть-чуть не хватает, но. Главное, чтобы вкусно было. Да, вообще вкусно. Ну вот между. Как в Индии вот этот суп, который из неприготовленных овощей. Да, ну ты высупишь? Да, здесь такое. Ну чуть-чуть обжарить. Да, не чуть-чуть. Короче, мы таки дождались, что приготовилась первая партия вот этой вкусноты. И вот как же оно все выглядит. Готовится вторая партия. А здесь, смотрите, у нас чесночок. Вот. И вот это вот грибочки. Вот эта шляпа. Шляпа грибковая. Шампиньонов. Вот такой порезанный шампиньончик. Кабачки. И вот это белое. Это все чеснок. На мой взгляд, самое вкусное получается, это именно чеснок с кабачком. Вот. И на втором месте шампиньон, на третьем синий. Вот. Вот такая вот идея. Баклажанчик. А мне грибки больше нравятся. Муслиму грибки. Молодцы, да. Он чуть упал в костер, но он же это. Так это, конечно, он же теперь обеззаразился. Муслим, возьми еще чесночок сразу же туда. Он активировался углем. Активированный. О, ну вкусно, они вообще очень сочные, с них прям вытекает сок. Капает, капает просто, даже мне на коленку попало. Вот так вот, видите, какой у нас еда, очень даже нам все это пока что нравится. Ну такой вот пенсионерский отдых, просто сидим, чилим. Поднимаемся наверх. Я тоже так. Конечно, есть. Одни гвозди. Смотрите, как, оказывается, устроен второй этаж. Здесь еще реально можно жить и устроить целый фестиваль. Тут вот реально можно пятиспальную кровать вот все сделать. Тут же это вот можно пол сделать и будет это мансарда. Ну так они вон и делают пол, видишь? Вот так, видите, как интересно? Большая дверь. Открыть, вот на балкон, да, можно выйти. Можно и выйти. Металлопластиковые, да, окна, вид на лиман, посмотрите. Только чуть-чуть, конечно, стрёмно, но... Вот. Шо? И тут закат вот этот есть. Закат. Sunset. Закат. Point. Ну все, мы выходим. Вот так, смотрите, оказалось, что можно вот такую дачку. Видите, тут все есть. И стиральные машинки, и все, что хотите. И футбольный клуб «Черноморец». И газовая плита, смотрите, электрическая, вернее, вот. Пока спускаюсь, еще что нахожу. Вот это серьезное, понимаете, ход такой. В комплекте с видеомагнитофоном. Можно устроить видеодвойку. И кожаная куртка, я понимаю. 90-е на связи. Не. Убежать? Мы уже идем к тебе. Вот. Анна выносит подарок. У Владимира сегодня день рождения. Вот у этого. Так, ну для начала тебе. Вот. Это не ставило. Если вдруг ты захочешь есть на даче. Браво, браво. Мюсли. Вау, круто, я люблю тут мюсли. Угадали, да? Хорошо. Теперь еще один подарок. И музыкальный подарок. Я, кажется, догадываюсь, наверное, здесь струны еще лежат. Потому что я помню, как ты напоминал. Ну, я не ради этого тебя приглашал. Можно бантик было не развязывать, он... Да. А, ну, хорошо, да. Он так был хорошо связан. Или нет? А там внутри? А, нет, это не... Это... А что это? Это тюнер специальный для гитары. О, круто. Из Японии прям. Ага. Это? Похлопаем, похлопаем. И гром такой. Ясного неба. Так, а это что такое? Это тряпочка для полироли. Если захочется протереть что-нибудь, нашлифовать, наполировать. Ну, палочки тоже очень крутые такие, ух. Палочки именные Дэйва Векла из США. Это такой барабанщик. И яйцо, оно светится ночью. А яйцо? Да? Можно. Можно опробовать. Сделать. Такое яйцо. Ну да, по вегану, без животного происхождения. Все это здорово, то, можно. Вот, а еще там есть держатель для медиаторов и, собственно, медиаторы из Германии. О, круто. Ну да, чупа-чупсы я поделюсь с братом. Можно детям отдать, да? Да, детям отдать. Вот. А так, да, благодарчик. Все, понравилось? Да, вообще здорово. Ну не стоило, блин, я же... Ну это же символически. Сегодня же это день подарков. Не, ну понятно. Ладушки. Тара-тара-там. Не уходи, не уходи, вернись. Вернись. Разрешите, мы с Валентином решили подарить картину. Угадай, какую? Картину? Картину? Да. Где мы были в последнее время? А, наверное, там вот... Рериха. Лучшая картина, лучшие горы. Картина пока... Скажем так, изготавливается, поэтому это время, просто времени. Тара-тара-там. Поздравляю. Очень-очень благодарен, но не нам было. Ну там как картина такая, с той деталью, что это там, ну, будет особый, типа, ее распечатка, это же не оригинал. И, возможно, даже не художник, а как распечаточка. С рамкой. С нужными оттенками там. У нас еще будет потом большой общий подарок, но мы подождем Сашу. У нас будет прям еще один прям подарок вечера. Нет, вообще будет от всех. От какого мы с ним? Будет от всех. Но это уже потом. Когда Саша там обещался? Просто, вы же видите, я же как бы проезд не оплатил и все такое. Не... Да нет. Раскошелились. Да не это самое, все включено. Да. Ну, в общем, сейчас будем, не знаю, пробовать тортик, который я готовил. Состав у него довольно благостный. В общем, бананы, финики как подсластитель, жиры здесь кокосов, из кокоса, ну, собственно, коржи из муки цельнозерновой, ну и обычной, высшего сорта. И, в общем, вот он. Тут я также в коржах оливковое масло присутствует. Банан, в общем, сделан по Наполеону, вот как бы. То есть вот крем заварной, это банан, финики, кокос. По-императорски. Вот, ну и коржи цельнозерновая, высшего сорта, оливковое масло и тоже банан. Превосходно. Вот. Извлекай, извлекай быстрее. Ага. Так, нужна какая-то дощечка. Да, это тесто, я же говорю, цельнозерновое, ну, обычные эти коржи. Вот, а здесь хлебцы сыроедческие, лен, капуста, лук, ну, по факту все. А ты тоже сам делал? Да, я сделал сам себе сушилку и делал вот хлебцы. Потому что так будет удобнее кушать их. Они сейчас появятся. Да-да. Сейчас. Чуть интрижку нагнету. Вот они с помидорками идут, но... О, помидорка какая красивая. Боже, какая красота. Превосходно. Ну, они как чипсы по вкусу. Типа, мне напоминает сметаны зелье. Вот такие лейс были, вот что-то типа такого. Только вкусное. Вот. И майонез вообще есть к нему сыроедческий, там тоже круто, но... Доставай все. Вообще, по блюдам, вижу, активно интересуется, что я буду делать. Это салат-праздник, я его так назвал. Я просто раньше, когда не был веганом, любил оливье и салат из крабовых. И это что-то между у меня получилось, только сыроедческий вариант. Здесь у нас горошек зеленый, мороженый, кукуруза зеленая, ой, желтая. Ну, в принципе... Все поняли. Да, только надо будет, правда... А, он еще, блин, я думал, он разморозился за это время, а оказывается, нет, еще холод держит. Ладно, я потом сполосну, и он разморозится. В общем, ой. Все, да. Хаос пошел. Да. А здесь у нас нори и вакама, они тоже пойдут в салат. Лук, авокадо. Но приготовление мы не будем записывать, и так понятно, что это все перемешается, а потом в конце... А, здесь еще сыроедческий майонез. По факту здесь сбитый лен с оливковым маслом, с добавлением лимона, фиников, горчицы, чуть чеснока и меда. Вот, вот такой вот. И будут добавлены вот отсюда нори в салате, и оно будет придавать соль. Ну, соленость, потому что я здесь не солил. Потому что если бы я его посолил, то нори бы сюда бы зашли, и был бы салат слишком соленый. Поэтому вот так вот. У нас майонез без соли, но тем не менее в салате он будет классно сочетаться. Потому что мне готовить неудобно. Ты не стесняйся. Ты привыкай, привыкай. Не, я как... А, вот это, вот так это. Я же помню, я готовил на камеру, у меня же был канал. Вот как раз я когда торт готовил, записывал. Это водоросли? Это вакамы. Вакамы? Да. Правда, не знаю сколько, это надо будет потом перемешивать по вкусу, все делать. Но пока что на глаз брошу. Кстати, кто любит таранку, очень помогает. Солененькие? Ну да, они прикольные. Я же говорю, что вместо соли можно было их использовать в салате. Но вы не надо. Похоже на чай, но соленый. Вот, и теперь вот этих вот листов. Это уже всем известное для суши листы. Они просто похожи на крабовые палочки по вкусу чем-то, вот когда в салате. Это да. Вот, поэтому это важный аспект в этом салате. Ну, рецепт прям вообще. Дети водоросли. Блин. Алберт, Альгейте. Ты странно. Если дойти типа диалгас, по салату фикаем. Салгадус. Ладно, муслим. О, оно выглядит... Вот это как сырок-косичка получился. Мы думаем, что дожарились до самого шампиньоны, кабачки. Ну вот. Получилась вот такая большая у нас в итоге кастрюля. И вот там салат Вова готовит. И вот Рома еще держит всякое. Муслим, ну давай самое. Как видите, сюда в этот салат пошел еще лук и авокадо. Авокадо... Но авокадо ты должен был заснять. Вот он, видите, какой? Ну, вообще, желательно, конечно, он не был, чтобы черненький, но он по вкусу еще неплохой, ну, нормальный, хорош. Хорош. Поэтому пойдет. Я вижу, как масло просто. То, что нужно. Обычно, кстати, авокадо еще классно с хлебцами вот этими. С хлебцами. Сейчас все запробуем, затестим. Ну, у меня просто авокадо не брал для хлебцов, поэтому будет с майонезом. О, красота. Мы попали с вами на кулинарное шоу внезапно. Видите, какой он густой такой, хороший вот получается. Сбивается вот лен, если замочить и с маслом любым, вот, сбивается на ура, вот лучше, чем яйца. А какое масло используется? А любое можно использовать. Смотря какой по вкусу, и мне нравится больше оливковое экстра virgin. Ага. Но кто-то делает с подсолнечного вот, сыра данными. Кстати, мы даже думали покупать, вот майонез отменный. А. Но сейчас он просто, да, без соли, поэтому может не зайти. Недавно узнал, что в супермаркете можно арендовать местечко свое, типа шкафчика. И продавать вот на хлебец. Сейчас, сюда нужно просто вакама добавить, чтобы было солененькое. А сделай кусочек майонеза сюда. Угу. Ну, вот. И муслима заодно. Ну, вы видите, что происходит? Оказывается, и вот можно эти хлебцы кушать вот так вот. Ну, это как пицца получается сыроедческая, что ли? Пицца сыроедческая. Водоросли солененькие, майонез похож на майонез. Ты можешь майонез? Ну тоже надо так. С финиками приколи. Что? А где финики? Майонез похож на майонез. Тяжело понять, что там финики. Ну, мед финики, да, я смешал. Я обычно без меда делаю. Вот, стараюсь все же больше по вегану делать. Но когда финики заканчиваются, приходится мед добавлять. Потому что мед у меня часто есть, мама просит покупать. А финики быстро у меня заканчиваются, потому что финики люблю, и я обычно съедаю их. Сейчас, конечно, нужно будет пробовать. Будешь пробовать? Она уже... Очень вкусная. Пломбовая останка. Да, берите. Вот водоросли попробуем. Вот с майонезом взять кусочек откусим. Как тебе, Анна? Да, и у нас на этих на что похоже? Майонез максимально быстро пропадал. Итак, салат готов. Вот его финальное внешнее состояние. Очень выглядит по-летнему, хорошо освежающе. Сейчас будем его тестировать. Главное, что он плотный относительно сыроедения, потому что сыроедческие салаты они обычно легкие идут. А это такое хотелось что-то более приближенное к старым, так сказать, канонам. Канонам, да, чтобы было так плотно, сытный салат. Вот. И он меня удовлетворил вполне. Очень классный, вкусный. Все, налетайте. Ну да, и да, если что, то, что я готовлю, бывает на заказ, но это так, неважно. Кому интересно, знает, куда обратиться. Через кого? В телеграм-канал мы оставим ссылочку в комментариях. Мне просто самому, да, я если готовлю, то только с хорошим настроением. Если у меня плохое настроение, вы мне закажете, я вам не приготовлю. Сначала нужно сделать тебе хорошее настроение. Я тебе не буду готовить, не пиши мне больше. Не, у меня такое было, что я отказывался. Всем приятного аппетита, дорогие друзья. Вот что у нас получается. Итак, салатик, собственно. Он идет с горошком, с кукурузой, листьями вакамы, нори, и даже лучок туда попал, и самое главное, очень интересно, майонез. По вкусу, благодаря луку и соленым вот этим морским ноткам, получается как крабовый салат. Кукуруза тоже, вот это она почти как крабовый, но другой, вот свой у него есть. Так сказать. Ну да, шарм. Похоже, шарм. Но другой, да. Особенно прикольно хлебцы вот этот салат. Я тоже люблю такие бутербродики делать. Но очень классно сочетается. Можно дополнительно чуть майонеза добавить. Вот, еще мы на овощи сделали вот такой майонез, получается. На овощи вот этого самого гриль, которые. И тоже получилось божественно. Вот так вот. И обычно смотрите, вот, учитесь. Вот так вот. Подожди, подожди. Вот, видите, я бы взял хлебец, положил сюда салат, свернул. Можно для сочности еще больше майонеза добавить. Ну ладно, я пока не буду этим заморачиваться. И вот такой вот бутик так, очень классно заходит. В общем, вот так вот развлекаются сыроеды с едой. Вот смотрите, как мы придумали. Прямо на стол поставили такую штуку. Я у мамы инженер. Вот это вот. Подвинь на себя подвинь. Самую белую штуку. Муслим, на себя, наверное. О, вот, и жрец там есть за что сказать. Ну, все, красиво. Так, и надо сделать так, чтобы ветки помогали, а не... Ветки уже хорошо. Да. Работает, да. Ну не трогай. Вот на меня уже не капает. Все, да, давайте тащите клипсы сюда. То убрали их рано. Сорвался сильный-пресильный ветер, и вот что происходит. Ребята пытаются одной рукой кушать, а другой держит этот зонт. Но даже вдвоем его тяжело удержать, и ветер просто разрывает. Смотрите, уже начал рвать ткань. Нет, вот лучше, уже... наверное, прятаться. Здесь вот все просто через секунду буквально он вместе с ребятами полетит, и это будет как Мэри Поппинс «До свидания». Поэтому мы будем ретироваться в дом, пока еще не поздно. Черешня уже начала падать. Сейчас всадники апокалипсиса пойдут, видимо. У меня вообще он вышел... Это катаны, да? Это, по-моему, рекорд был. 3 с чем-то килограмм, понятно, я брату отрезал, родителям... Там до определенного лимита. У тебя торт больше слоев тортики есть, тем он круче и виднее. Муслим, это грибочек, и это... Прямо. Ну давай, Муслим. Мой любимый свежеский торт. Ты так посмотрел на него, как будто он дегустатор, это знаешь, у Брежнева. Проверяй, ты так. Мой любимый веганский торт. Прям я ликую. Сюда. Я его практически каждый год ем, а то и несколько раз бывает в год. Ну да, иногда я вышел сыроедческим, но это не сыроедческий. Сценарический подход. Еще лучше. Ну да, прям. Удался. Все же на средний тяжелее делать какие-то аналоги. Да, вкусно вообще, ну давай. Ну вот Анна уже сделала кусочек, вот сейчас я буду тоже дегустировать, интересно, какой же будет торт на вкус. Мы уже переместились домой, потому что там начался такой ливень, такой ужас какой. Ну и здесь, конечно, мы в безопасности и в сухости. Всем снова приятного аппетита. Мы продолжаем в сладости это самое, проводить дачный день и в благости. Торт просто бомба. Там и банан, отличная промазка именно, если это банан, очень похоже. И кокосовая стружечка, и много тех самых, как оно, слоев, они промаслились, то самое, промокли немножечко. И очень прям такой приятный торт. Вот его можно целиком съесть килограмм и не заметить в одно лицо. Оказалось, что сейчас делается экран для видеопроектора. Вот так, листики А4. Скотч и все. И будем проецировать. Можешь пока там развернуть. Ну или может обратной стороной? Мне надо две руки мои. Все-таки да? Все-таки это, да? Да, сейчас попробую. Сейчас побегу. Так? Да. Кстати, обои могут пострадать от скотча. Ну, я думаю, надо защитить. Никто не заметит. Блин, эта присавка такая легкая, раньше, по-моему, тяжелее были. Блин, она живая, эта приставка. Рисовая, рисовая. Sega Mega Drive 2. Здесь есть? На камере не видно такой режим, но на 50 Гц, а это, наверное, 60 Гц. Вот. И вот смотрите как. Видите? Настоящая Sega. Вот запускается. Правда, джойстики уже не фирменные, скорее всего, а новые, да? Ну да. Уже они старые, наверное, померли, новые купили. Хотя MD2 непонятно тоже. Уже какое-то переиздание. Я уже не помню, как Sega выглядела. Но как-то похоже. Джойстики были такого плана. Все, я двоечка. Блин, ну я одну Псайба там люблю. Я играю в Сегу Mortal Kombat Ultimate 3. Хотел бы один мод включить просто, но... А давай потом включим вместе. Давай. Мой любимый персонаж это Noob Saibot. Мой Сабзира. Мой тоже. Я всегда с братом, типа, брат был Сабзира Саша, я Сабзира Млад, и вот мы играли в это. И черепашки ниндзя были. Как блокировать? На Б. Сейчас теперь нужно завесить как-то чем-то вот это. Смотрите, как происходит. Поиграли мы в Mortal Kombat и перешли смотреть на большой проектор на стене. Вот так вот. Настроили на листы А4. Может, конечно, больше было бы растянуть, но мы сделали на такие, чтобы долго не играть в оригами это. Вот. И сейчас начнется нечто. Ничего себе, смотрите, можно разделить экран на 4 ячейки. И там едут автомобили. Все, для этого всего лишь нужен ноутбук. Кстати, на нем это видно лучше. Тоже. Вот. Ноутбук есть, проектор вот такой вот, он знатно дует и светит. И вот такая вот наклеечка. Но вам, конечно, не видно то, что на экране, на этом. Но, поверьте, это очень весело. Вот Муслим даже играет. Для деда даже практически. Подарок. Его не нужно развязывать, да. Но это чуть-чуть дорогая. Как написал, да. А, подожди, да. Лучший ценский подарок, пустая коробочка. И здесь вот почти сбылась моя мечта. Сейчас. А там написано? Вау, ничего, да. Да. Браво, так. Это, я не знаю, это я с собой в карман положу. Настоящие, как ты говоришь, буддистские или как подарок? Дзенские, да. Дзенские, да, дзенский подарок. Все, здорово, спасибо. Пока еще не совсем поздно, мы отправляемся на автобусную остановку. Хорошо, что она находится прямо здесь на углу, возле дачного домика. А ребята, некоторые останутся, будут дальше играть в чудесную, там, Mortal Kombat, например. Ну, вряд ли, но что-то будет более чудесное, да. Не заходит, не заходит. Какие-то гонки, вот. Не, ну, то более современно все-таки, на стене, ты что же, это же... На стене, ну, да. А может быть потом киношечку. Так что будет такой мальчишник. Не, у нас будут девчонки. Если хорошая погода, то лучше на задние два. Все же приедут еще. Может в этом же автобусе еще пару людей. Вот, прямо здесь будем ожидать автобус, мы немножко раньше вышли. Вот Муслим, если что-то добьет контент, что у нас было, и сбросит. Добью контент. Только будет, наверное, другая цветокоррекция, но ничего страшного. Здорово, да. Вот приехали еще ребята принимать смену. Эстафета. Привет. Короче, передана. Привет. Алла. Владимир. Очень приятно. Сейчас мы попрощаемся. Ждем вот тот автобус, который вернется за нами обратно. Он, короче, и поедем. Он нас служит, наших приводит, обратно. Увозит, да. Спасибо большое. Пожалуйста. Держись. Аккуратненько. Ну что же, дорогие друзья, мы добрались в центр Одессы. Мы возле нового рынка, возле цирка. Видите, цирк существует. Вот. Но он не работает, мне кажется, сейчас уже давно. Мы, кстати, там, наверное, с детства и не были. Может, раз я и посещал это место. И все. И на этом блог закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Анна тоже добралась. Вот она живая, вот она. И до новой серии. Всем пока-пока. Давай раскрасим серый мир, чтобы для нас он стал цветным. Наполним я.